15 мая 2024 года, вечером зашел ко мне в номер генеральный директор, заместитель генерального директора и хирург, фамилия не знаю, Ислам Сиреждинович. Втроем зашли и меня несколько раз ударили. Отобрали у меня телефон, все. То, что я видео выкладывал в YouTube канале. То, что видео выкладывал в том, что там постоянно распивают спиртные напитки в этом данном санатории. Санаторий называется в Подмосковье Бесчегда. Поселок Сосны. Там постоянно распивают спиртные напитки. И когда я 14 числа вышел с номера на прием, на утреннюю процедуру, на меня напала женщина пьяная. Я это снял на телефоне, на камере, и выложил в YouTube канал. Потому что она меня оскорбила, выражалась нецензурными словами. Я сейчас на улице нахожусь. А я участник специальной военной операции еще. Проходил курс лечения. Помогите, пожалуйста, этим разобраться. Так, застрелишься. Тост надо. Я тебе застрелю. Тост надо. Я тебя тоже застрелю. Увидишь тоже. Тост надо. Ой, блин, видишь, как они. Ой, девка-то. Чё, дядя? Штукаш. Смотри. Смотри, бардон. Что за канада? Фишка так. Плохая. Не трогайте меня, пожалуйста. Не трогайте. Зачем вы меня трогаете? О, не буду трогать. Фишка. Так. Ты снимаешь, почему снимаешь? Не трогайте меня, пожалуйста. Кому там вот. Мало ли что вы нападет, вот поэтому я снимаю. Ну что, я тебе это уничтожу. Ты что? Вставай, Черногор, вставай. Умеешь вставать? Не умею. А сейчас лома, блядь. Отойдите от меня. Городской, да. Ты что, снимайся, стукаешь. Отстаньте от меня. Вы что трогаете-то? Что вы делаете? Что вы делаете? Что ты снимаешь, а? Что вы делаете? Что будет? Это что такое, а? Что такое? Снимаешь-то меня. Меня, тетя, не себя. Фу, блядь, ёб пошла. То, что ломается. Бори, ищи, бери, а не висай, ищи. Зачем? Ты что меня трогаешь-то? Ты что меня, а? Вообще, сюда не заходи. Не заходи сюда. А ты что меня ударяешь-то? Зачем ты меня ударяешь? Дура, блядь.